Слава Украине! Привет от Полонского. Мы находимся далеко от центра города сейчас, довольно далеко. В таком интересном месте не буду говорить где, но в двух словах. Так, смотрите, под Киевом все абсолютно спокойно, ВСУ все, абсолютно все контролируется. Орков нет, их выбили уже давно. Дальше, что еще, ребята? По самому городу, по массивам все в порядке. Пооткрывались магазины, различные непродуктовые, что очень важно, что базар открыт, непродуктовые открыт. То есть очень важно то, что начинает работать город. Вот в обычном своем состоянии пошли маршрутки на пригороды. Ребята, это очень приятно, потому что ну, долгое время этого не было. Сейчас вот эти, вот где-то на Оболоне сейчас такое впечатление, что а что случилось? Типа ничего не произошло, да? Хотя, конечно, произошла война, мы уже почти полтора месяца в состоянии войны с этой ордой сумасшедшей. Вот, но, как говорится, в Киеве жизнь приходит в нормальную колею. И очень бы хотелось бы, чтобы в других городах, которые сегодня, вот особенно Луганская, Донецкая и Херсонская области, которые сегодня страдают от этих уродов, чтобы там поскорее все вернулось в обычную колею, чтобы там не осталось никаких орков, чтобы там русню выбили, расколотили, чтобы ее и следа не осталось, и духу не было. И чтобы все было хорошо, как раньше. Слава Украине!